Здравствуйте всем, меня зовут Сурая, я выпускница 6-го потока, который закончился 29 декабря 2000 года, школы Никиты Бурлакова. Сразу хочу сказать и отметить, это очень организованная, правильная работа, которая дает такие большие возможности людям, которые даже не представляли и не знали, сколько и чего они могут сотворить, сделать, открыть в себе. Это очень классно и это очень здорово. Большая благодарность Никите за то, что он проделал и дальше старается и делает для людей огромную работу, потому что раскрывать в человеке, в людях его таланты, его данные, плюс еще получать огромное удовольствие, гармонию в себе, это, конечно, очень многого стоит. Также хочу выявить благодарность кураторам, которые нас вели. У нас четвертая группа, отмечу Елену и Ирину, которые очень корректно, правильно вели нас для достижения целей и задач, за которыми мы пришли в эту школу. Большое спасибо. Большая благодарность команде Никиты, сплоченной, правильной, организованной, и там работают настоящие специалисты, которые всегда держат руку на пульсе, всегда держат внимание каждому ученику, всегда в любой момент вы можете найти ответ. Если, ну, где-то у вас непонимание или не получается, или где-то есть загвоздка. Это очень здорово, очень классно. Поэтому большая благодарность всей группы, также администратору Валентине, всем, кто помогал нам достичь новых знаний. Теперь хотелось бы сказать немножко о себе, что я получила в этой школе. Я пришла в школу, уже имея некоторые знания гипнолога, и хотела в себе открыть именно слипера. Пройдя обучение, я поняла, что мне удвоили мои знания гипнолога и открыли, конечно, слиперство. Это классно, это здорово. Это хорошо, потому что я начала понимать и находить ответы на задачи и вопросы, которые я не понимала много-много лет. Отдельно, конечно, за все обучение большая благодарность, насколько продумано по модулям, как пошагово мы идем. И с каждым разом я ощущала в себе, ну, это вот эти открытия, я понимаю, наши кураторы, руководители это видели, но насколько мы сами ощущали это было просто непередаваемо. И даже сейчас я считаю, и даже если мой отзыв смотрит, люди, которые только собираются учиться или смотрят отзыв, хотели бы и просматривают, идти или не идти, такие вопросы, я вам точно могу сказать, идите с большим удовольствием и не оглядываясь назад, потому что я даже вот по себе чувствую, вы знаете, я действительно стала абсолютно другим человеком. Мы понимали, что в связи с пандемией мы очень, ну, немножко закрытые были, да, мы в своих заботах, хлопотах, и
ну, как-то вот дни так проходили. Сейчас, конечно, пандемия не закончилась, но вы знаете, я совсем другой человек. Я настолько в себе нашла гармонию, настолько радость. Я встаю каждый день с утра с радостью и работаю с радостью. И вот я начала видеть до мельчайших подробностей, что меня окружало. Как природу, как людей. Вот все, в моей жизни поменялось все. И это я считаю, что нужно для каждого человека, чтобы он жил в гармонии, в удовольствии. И, естественно, когда это человек в себе ощущает, он это добро старается передать другим людям. И это очень большая, верная и правильная задача. И, ну, мы так должны жить. Мы так должны жить. Поэтому, конечно, огромная благодарность, Никита. Большое спасибо, что вы дали прочувствовать меня, саму себя. Что вы открыли во мне то, что я, наверное, сама не могла это сделать. И даже вот сегодня, даже вот сегодняшний, опишу даже обычный день, я вот пришла с работы, вы знаете, у нас -31, люди все бегут, холодно, укутались, закутались, бегом-бегом домой. Но вы знаете, я вот, наверное, целый час находилась на улице, во дворе, и просто вот села, и, вы знаете, любовалась всем. У меня так приятно, спокойно, ровно, гармонично было на душе. Я вот просто даже, смотря на зимнее солнце, я любовалась им. Я любовалась все, что окружало меня, что когда-то я лично этого не видела. И сейчас я стала замечать, что вообще на какой классной планете мы живем, сколько нам и природа дает, и ближайшие окружающие нас люди, мы только должны это увидеть. Но, к сожалению, да, есть и у кого-то болезни, у кого-то проблемы, у кого-то что-то, мы это не видим. И здесь я вам хочу сказать, вот в этой школе действительно Никита создал такую программу, что каждый человек понимает свои задачи, свои обязательства, свои... Вот зачем вообще он пришел на эту землю? Все встает на свои места. И он понимает с такой радостью, с удовольствием, и он начинает понимать, что живет на этой земле. Это просто такая благодарность, это такая помощь людям. Это огромное, Никита, вам спасибо. Огромное спасибо, потому что даже каждый человек, открывая это в себе, открывая свое окружение, это уже плюс, находя в себе в гармонию, это просто блаженство. И если у нас чем больше будет таких людей, конечно, и жить в радости, конечно, это больше приносит и удовольствие, и радости, и просто порхаешь по жизни. Это очень классно. И даже, я вам скажу еще более, что, закончив эту школу, перед нами открылись уже, а перед вами, кто собирается идти, открывается, ну, столько дверей, столько возможностей, где вы можете показать то, что вам дано, почерпнуть, получить, отдать, передать все эти потенциалы. Это очень дорогого. И вообще дорогого и вообще пожизненного этого стоит, потому что мы для этого на этой земле и живем. Мы должны все помогать друг другу, поэтому, конечно, это очень здорово. Я говорю уж, когда мы обучаться начали, вот погружение, значит, наши переговоры, наши конференции, где мы обсуждаем. Это очень интересной темой, причем это тема, которая полностью нас окружает, чего мы не знали, мы теперь начинаем это познавать. Наше погружение,
Млечный путь и очень много разных погружений, где настолько получаешь гармонию, энергию для дальнейшего создания и захода в новые пути, это просто неописуемо. И это новый виток жизни. И для нас это, так как мы все-таки переходим на уровень квантовой физики, и то, что создал Никита, это наше будущее. И это наше будущее не только для себя, нахождение гармонии, но и для раскрытия наших потенциалов, которые в нас заложены. И он помогает нам это открыть в себе. И творчество находит, и в работе ты находишь соприкосновение. Потому что, я вот скажу, я медик. Конечно, много есть и решенных задач, но есть некоторые задачи, на которые мы ответы до сих пор не находили и не находим. И вот здесь вот я, конечно, могу отметить, что я нашла ответы, и в будущем, я думаю, это будет больше и больше помогать и, простите, расширяться в медицине. И это будет огромнейшая и большая помощь. Поэтому, конечно, я очень благодарю школу Никиты Бурлакова, благодарю Никиту, еще раз повторюсь, команду и кураторов Леночку и Ириночку, которые нас вели. Большое вам спасибо за ваше добро, за вашу чистосердечность, за ваше уважение к нам, за вашу кропотливость. Большое спасибо. А для нас открывается новая дорога, новый путь, новая наша ступень в карьере, которая, я думаю, мы уже знаем, и я знаю, чем я буду заниматься, как я буду заниматься. И, конечно, вокруг меня, у меня теперь уже не одноклассники, а коллеги, которые мы обсуждаем и вместе будем решать эти задачи. И, конечно, это все делается только во благо людей. И это очень-очень здорово. Большое вам спасибо, школа Никиты Бурлакова. А людям, ученикам будущим, которые хотят сюда прийти, я уже смело могу сказать, не оглядывайтесь, приходите в нашу школу Никиты Бурлакова. Вы обязательно раскроете себя и откроете еще много-много дверей, где вы можете себя показать, освоить и еще вырасти на 2, 3, 5, 10 ступеней вверх. Большое спасибо вам, друзья. До свидания.